Приглашается следующая пара бойцов. 55 килограмм. Асымбеков Диас, команда Бочкор Шапат. Джумабек Улу Азреталы, команда Алды. Представляем бойцов. Красным углом, в красных перчатках Диас Джасымбеков, команда Кочкор Шапат. Его соперник в синем углу представляет команду Алгыр Джумабекулу Азреталы. Вес до 55 килограмм, юниоры. Судьи, первый раунд. Поехали, готов? Готов. Время. Бой. Ah!
Победу одержал Джастин Деков Диас, команда «Вот Шабах».